Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Растения против зомби 2. Так, принять 5 кристаллов. Отлично. За декабрь, да? Фестивус. Что за фестивус, не знаю, ребята. Так, ивент. Как же я соскучился по нашим ивентам. Ну-ка давай посмотрим, что у нас тут за заварушка будет. Так, кучка бонгчуев, которых, естественно, не должны уничтожить, да? Мы должны их защищать. Окей, мины. Ну, тут понятно. Так. Так, спокух, 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 зомбарики. Не выделываемся. Так, это у нас новогодний какой-то идет зомбарь. А, ну да, конечно же, Новый год у нас, друзья. Естественно, зомбарики в своих костюмчиках новогодних. Кто же вас одевает, а, зомби? Так, ну здесь мины, я поэтому не переживаю ни чуточки. Давай так сделаем. Ведь они же взорвутся, что ли, все-таки, да? Ну, плюс еще правильно, бонгчой тут помогает им. Так, лазербин. Ой-тё-тёу. Наверху-то что у нас, смотри. Ползут, ползут супостаты. А что вот они делают? Вот эта вот штука, она жижит, она затормаживает зомбарей или что? Что она делает с ними? Непонятно. Ух ты, даже грибы. Споровики здесь. Пум, схлопнул. Так. Ну, как бы вот эти вот супостаты здесь нам и даром не нужны, да? Да что ж ты будешь делать-то? О-ля-ля, там у нас еще и со шлемаками идут. Сейчас мы кое-что сделаем с тобой. Где мина? Вот. Они не успевают ничего сделать, да? Они приземляются, мы их сразу уничтожаем. Круто. Так и должно быть. Так и надо. Как говорится, по делам им. Вообще, на изи разбираемся здесь, если честно. Так, мину. Сюда спорогриб. Так, вот я сделаю. Мне уже все, ребят, мне уже ставить некуда. А, мы, по ходу дела, прошли, да? Да, мы прошли. Ну, довольно легкий ивент, на самом деле. Так, смотри-ка, а. Ну, что здесь сюда? Угу. Угу. И 1000 монет. Ну, 10 ледяных драконов, я считаю, что это норм. Так, ребят, давайте-ка, наверное, еще попробуем пройти, если, конечно, это сработает. Помнишь, да, у нас в последние разы вторая попытка вообще не активировалась. Так что глянем. Да, друзья мои, то же самое. Я нажимаю на continue, вот это вот зависает, и все. Я слышу, что игра как бы началась. Но убрать вот это я, к сожалению, не могу. И я не знаю, как этот баг исправить, если честно. Ладно, придется перезаходить в игру. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас есть за события еще. Какие-нибудь ивенты. Давненько мы здесь не были, поэтому 100% что-то должно быть для нас. Так, теневая катапульта. Здесь палить. Заберем. Так, жужу. Давай, иди сюда. В магазин я тоже заходить не буду, 100% зависнет все, как всегда, и придется опять перезаходить. Так, что у нас тут? Забираем. И здесь тоже забираем. Так, ивенты. Да, друзья мои, есть ивенты. Аж 2 штуки целых. Так, сыграй за эсвидов. Что за эсвиды? Эсвиды, я так понимаю, ребята, это лужайка. Ледяная лужайка, по идее, да? Так.
Пенни тут что-то побунила. А зачем ореха не сюда поставили, если там идет этот чувачок, блин, с факелом? Скажите мне на милость. Вот и все, вот он и сжег. Хорошо, что он лужайку тут сжигать не может. Эй, погоди. Угу. Да ну, как-то так несправедливо, если честно. Вот, вот, смотри, что это вот. Ох, ё, она бомбит шипами, плюс еще и при этом замораживает. Меня это устраивает вполне. Очень даже круто. Очень даже круто, но не круто то, что... Блин, а как вот с этими, ну-ка посмотрим. Ой-ой-ой, сжигает, конечно же. Да ёк-макарёк, он сейчас сожгет. Совсем плохо. Ну-ка проверим. Давай шипы, 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 бомбим. Блин, ты еще одна волна там идет. Она им факела еще тушит. Вот это хорошо. Особенно вот этим вот чудиком. Сейчас будет сжигать. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой мину. Ну, на всякий случай. Успеем ли только мы... Ага, вот так вот. Если еще сделаем, тогда будет вообще красота. Тогда будет красотища. Но, друзья мои, прошли. Слушай, неплохая, неплохая вот эта лужайка. Замораживает, плюс еще и наносит урон. Такую бы я хотел бы получить себе. Серьезно говорю. Так, ну что, первая победушка за нами. Двигаемся дальше. Там еще нужно 4 поединка сыграть. Так, секунду, это где у нас? Стой, я что-то не туда зашел, что ли? Нет, вы покажите мне, где этот у нас список. Ну, здесь вот, по идее. Что-то я, подожди, что-то... Ну, вот же, да? А, вот, вот, вот. Здесь. Что-то все как-то по-другому немножко. Или я просто давно не играл? Так, цветочки. Бедолашки. Ну, правильно, еще и гаргантюа туда воткнули. Ё-моё. Давай посмотрим, как это все будет примерно выглядеть у нас. Идет суслик. Чиж, чиж. Ну, серьезно, бомбит. Отлично. Так, забираем. В два рядка уже начинаем делать. Блин, там эти с бочками, блин. А бочка сразу давит, да? А он даже не успел. Не успел ее докатить. Вот у нас еще что тут есть. Ну-ка. А шипастая лужайка, что делать вот это? Ох, ничего себе. Выпускает циркуляру, да, получается? Мне нравится. Так, давай сюда поставим. Ну, прикольно, что я могу сказать, ребята? Все очень классно. А если мы с тобой еще вот так вот сделаем? Ха-ха. Нормально. Ну-ка.
что такое-то? Я же... Во-во-во-во-во-во. Еще разок давай. Все, что ли? Ну, это топово было на самом-то деле. Так, ну что, еще одна наша победа. Куда сюда нужно, да, заходить? Продолжаем, ребят, продолжаем бомбить. Продолжаем проходить ивенты. Так, ну давай, давай, все, прогружайся там уже. Так. Надгробие. Что-то мне не нравится это все дело. Так, этих малышей, наверное, сюда будем ставить. Офисники, блин. Эндуриан. А ну здесь будем ставить. Так, хорош. Так, нам, наверное, надо сделать вот так. Ух, красота. Так, а вот этот листочек, что он делает, я уже не помню, ребят. А, это мета же ледяная, по-моему, нет? Да, это ледяная мета. Куда ты плюшь, а? Эй-эй-эй, давай-ка потише. Потише на Боруту, да? Улупляем. Блин, там с пушками эти бесевые, а? Может быть, под них вот так вот ставить? Шипы туда, а? Ага, там не поставишь. Да хорош, сколько вас тут, а? Мелких-то этих. Поднажали, ребятушки, поднажали. Сейчас нам остается только пушки уничтожить, да, получается? Ну да. Получается так. Вот здесь надо подбить это надгробие, все. Блин, ну прикольные шипы, на самом деле, прикольные. Они, наверное, у нас разыгрываются, да? На этой неделе или на этом месяце, скорее всего. И их можно получить. Так, ну что, у нас еще два уровня остаются. Еще два уровня пройти, и мы получим с тобой пак. А вот что в этом паке будет, посмотрим. Так, слушай, тут у нас... Хм. Ну что, давай бомби эти надгробия. Так, орех. Еще творит. Так. А ты куда там побежал? Так, вот эти вот бесевы, они замораживают. Замораживают наши орехи. Так, там еще и книголюб идет. Тихо, еще и курицы эти. Что сделаем? Давай вот так вот. Так, книголюб. О, клубника даже.
Даже клубничку сюда дали нам. Прикинь. Баба! Только, по-моему, я рановато клубнику сделал. Так, тут еще и спортсмены, такие. Вьюхирич. Давай, 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 выставляем. Куда тут еще можно? Вот здесь поставим. Клубника, лети. Хорошо. Так, здесь где-то вот тут можно влепить. И вот здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, смотри, смотри. Нет, он не успел добежать. Спортивный зомби. Ну-ка, вот так вот если. Совсем другое дело. Клубнику некуда поставить, прикинь. Куда, и сюда что ли влепить здесь только? Так, бомб, что это мы? Давай, малыш. Все. 100% победа. А что, тут скипетр еще выставляется, который нужно пробить, оказывается. Понятно. Ну, орехи, ты сам видишь, они были на красоте, на высоте. По красоте они простояли здесь, никого не пропустили. В общем, все отлично. Давай дальше тогда смотреть. Это последний. Последний обычно всегда очень сложный уровень, но... Странная такая комбинация. Тут и арбузы, я смотрю. И чертополох. Ладно. Посмотрим, к чему это и для чего. Подсолнухи, может быть, поставить. Как дополнительный источник. Бабах. Ну, пока вроде бы никто ничего не может сделать. Пока. Давай-ка мы, наверное, с собой будем уже шипы эти выставлять. А, летающим-то по барабану. Шипы будем выставлять здесь, где на самом начале. Куда ты бежишь? Разогнался. Так, пора. Пора, пора, пора. Фига, вас там сколько пришло. Оу. Гаргантюа бежит. Теперь он за нас. Так, лазербин, давай сюда тебя поставим. Да, ну тут шансов вообще у них нету пройти, мне кажется, да? Опа. Куда вы... Тихо, куда вы эту гадюку сюда кинули? А, она же за нас теперь, да? Точно. Ну что, это последний зомбарь, я так понимаю. Все. Переманили мы на себе. И забираем награду. Так, ну что, ребята, прошли довольно неплохо. И теперь я хочу получить сладкий приз. Конечно же. Пиньета. И что в этой пиньете? Ну-ка. Ох ты, 50, ребята. А нужно 250, чтобы открыть. Блин, горелый, а.
Ну что, я, наверное, предлагаю пройти еще вот это испытание. Слушай, давай попробуем зайти в магазин. Если глюкнет, ну, перезайду в игру. А вдруг не глюкнет? Нет, глюкнет, скорее всего. Если вторую попытку мне не дали, то, наверное, и в магазине та же самая беда будет. Ну да, Restoring Purchases. Вот такая вот фигня, ребят, происходит. Я не знаю, как с этим бороться, если честно. Так, ребят, зашел я в магазин. Так, это что у нас такое? Потратить 10 кристаллов. Ну, давай потратим. Так, получаем пиньяту. Ну, это до 4 уровня, да, идет прокачка. Ну, и капелька ледяная. Так, а что еще тут можно приобрести? Слушай, а это растение у меня же есть, по-моему. Я вот не помню, если честно, есть оно или нету. По-моему, есть. А что, нужно покупать, что ли, еще? Опа, бесплатно, еще и 10 этих. 10 пиньят, что ли? А, нет, 10 этих, я понял. 10 семян. То есть все. Окей. Так, 25 мяты. Слушай, а ледяная? У меня, по-моему, нет ледяной. Ох ты, соточка сразу же. Ледяной мяты у меня нету. Не было ее. Она мне как раз нужна была, да. Но нужно 150, чтобы ее открыть. Хорошо. Давай здесь еще потратим. Уговорили. Так, 25 и еще 25 нужно, да? Слава богу, конфет мы с тобой накопили. Зависит от сезон. Так. Отлично, откроем с тобой мяту ледяную. Так, давай дальше смотреть, что тут у нас есть. Костюмчики. Давай возьму вот этот костюмчик для нашей Лилии. А то у нас обычная просто. Ну, хотя бы будет вот такая вот теперь. Еще и с кувшиночкой, да? Так, что еще тут есть? Слушай, а вот этого у нас нету. И вот этого нету. А сколько нужно? Ну-ка посмотрим для открытия. Так, подожди, оно у меня что-то есть? Надо открыть ее, что ли? Так, ну вот этого 100% нету. Кстати, прикольная довольно ягода. Что-то я не могу понять. Они у меня есть и в то же время... Что за бред? Надо зайти в магазин, ребята, глянуть. Точнее, не в магазин, а в нашу эту энциклопедию растений. И там посмотреть. О! Ох ты! Ты серьезно, что ли? Мы можем вот так вот здесь получить? Так, нам нужно сколько там? 150, да? Еще. Ух! Какой 150? Еще 200 надо. Еще 200. Да, это дофига, ребят. Может быть, на ивенте там тоже они разыгрываются всякие же, может быть. Так, хурикали. Нет, все-таки я зайду в магазин, ребята. Так, подожди, мы еще, знаешь, что хотели? Меня упрекнули в том, что за мной должок. Должок в плане того, что я должен купить два растения. Ну что же. Если сейчас не заглючит игра, то я куплю, пожалуй, ледяного дракона. Так, ледяного дракона я взял. И, наверное, Power Lily. Или Gold Bloom лучше. Давай Gold Bloom все-таки. Все, ребята, купил я два растения. Так, а теперь я хочу глянуть, что у меня по энциклопедии. По энциклопедии наших растений. Такс. Ну, это Джек. А мне интересует... А почему я не могу открыть-то его?
А, 640. А по-другому его никак не приобрести, да? Только вот за такую сумму покупать. Ну, давай хотя бы ледяную мяту свою откроем, да? Ну да, больше у нас пока ничего нету. А где вот этот, который ледяные комочки-то катает? Где это растение? Я вот его почему-то не вижу здесь. А, вот оно. И оно... То есть вот по-другому никак. Только вот за такую сумму покупать. За 1000 рублей. Да вы серьезно, что ли? И этого почти за 650 рублей. Ть. Ну, это понятно. Так, Голдблум. Давай мы тебя, наверное, прокачаем. Все. Да, очень много растений, которые у меня готовы прокачаться, ребята. Но не хватает монет. Так, здесь забрать абсолютно все. 3000 монет. Так, здесь тоже что-то забираем. Ну что, я хотел еще пройти одно событие. Так что давай-ка мы его попробуем пробежаться. По-быренькому, если получится, конечно. Так, Пенни опять тут рассказывает. Ох, сколько там. Сколько могил-то, нафига так много-то? Ага, вот и все. С лету просто. Давайте, камыши, бомбим. Я думаю, что здесь всем понятно, что мы пройдем на изи, потому что у меня растения, извините, ультовые. Сразу, как говорится, заряжены по полной программе. И эти могилы нас, по идее, не напугают. Жаривай там. Ну-ка. Опа. И все. И никаких проблем. Так. Фасоленька. Пускай они там ее кушают. Мне не жалко. Давай-давай, жуй. Жуй, не обляпайся. И последняя волна сейчас, ребят, пойдет. Мы сделаем даже немножко по-другому. Вот эту фасоль, мы с тобой ее расплодим. Вот и все. А там они уже пускай друг друга уничтожают. Опа. Да все, тут шансов нету. Фасольку эту расплодим. И все, и дело в шляпе. Вообще на изи. Прикольно. Так, ну это была только лишь первая миссия, да? Денежку немножко подкопим, может быть, в конце еще получится какое-нибудь растение прокачать. Давай переходим на следующий уровень. А здесь этот зомби-осьминог. Так, я думаю, это нам пригодится. Пока не будем его юзать. Так, опять эти офисники идут, да? Давай вот так, наверное, сделаем. О, идет, идет этот осьминог. Блин, вот самое бесимое, что он бросает не только по своей прямой, да, а он может и выше кинуть. Тут, конечно, бесело. Давай-ка сделаем так вот. Да, блин, вы серьезно, что ли? Откинем их. Еще откинем. Блин, он не даст нам, да, я так понимаю? Или даст все-таки? Ну-ка, заряжай. Еще давай заряжай.
Ведь достанет же, смотри. Тут надо, ребят, подключать. Минус осьминог. А еще зарядим. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, продавливает все. Все продавливает. Ха-ха. То есть, вот эта вот штука, да? Какого? Оу, щит. Я не заметил, что тут прошел ханыга, прикинь. А как он пробежал-то здесь? Ё-моё. Повтор, конечно. Тут даже не обсуждается, ребят. Как он пробежал, а? Интересно. Так, эта штука нам пригодится. Я теперь понял, что ее лучше не тратить. До определенного момента. Вон, уже идет. Уже идет этот метатель вшивый. Ну давайте вы, господи, ну. Если мы вот эту используем, сразу вот эти вот кальмары отвянут. Да. Сразу отстают. Поэтому нам выгоднее использовать его, ну, когда тут вообще уже будет безвыходное положение. Только в этом случае. Окей. Вроде норм. Откуда вот эти вот мелкие берутся? Кто их кидает? Я не могу врубиться. Давай, 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 ребята. Да вы достали уже, а? Да ты прикинь, его еще фиг пробьешь. А ну-ка. Так, пока не будем больше тратить. Забираем. Так, здесь юзаем. Опять, да, за свое. На. Это плюс еще один у нас есть. Про запас. Так что, если что, придется его заюзать. Да неужели? Да, эти со осьминогами зомби просто бесявые. Ну, все, нет. Должно быть все. Да что такое-то? Вот. Замечательно. Так, это был второй уровень, да? Еще третий, четвертый, пятый. Поехали. Я даже на арену боюсь заглядывать, потому что там 100% меня скинули на самое дно. Так, а здесь у нас танцульки. Зомби с танцами, да? Погоди секунду. Слушай, эти палаточники тут уже. А ну-ка. Вот так вот. О, началось, сейчас начнется, ребят. Откидываем их.
Еще откидываем. Нечего им здесь делать. Мина, мина — это хорошо. Мину мы сейчас с тобой вот так вот, хопа. Отлично. Еще есть мины? Мины еще есть. Погнали. Разбрасываем их везде. Тут поставим тоже, а че? Какая нам разница, да? Сюда бросим. Откидываем всех. Всех до единого. Так, здесь у нас чего-то не хватает. Все? По ходу дела. Нет, там вон еще идут палаточники. Вот и до свидания. Прошли. Двигаемся дальше. А что мы тут с собой получим? Ну, пиньята понятно. А что в пиньяте? Какое будет растение? Какое-то определенное или рандом? Ух ты, здесь спортсмены-бегуны. Которые бегут. Так, еще и с курицами, да? Еще не легче. Еще не легче так. Да блин. А как я тут должен против них, извини меня, бороться-то? Запахом лука? Или как? Иди ты, бежит он там, сломя голову, разогнался. Одного мало, здесь надо несколько. Слушай, а это же замораживает, по-моему, нас всех абсолютно, да? Смотри, смотри, бежит псих-то этот. Ну-ка, обратно. Так, этому досталась вишня. Бух. Ну хорош, блин, этих книголюбов-то нафига сюда подкидывать-то мне, а? Дай-ка вот так, наверное, сделаю. Газовую атаку для всех. Ну и остается тут последний, да? Ты посмотри, что эти хомяки делают. Или как их там звать? Сурки? Вроде как все. Сейчас этот зомбарь упадет. Вместе он с тем. А нет, еще идет. По-моему, теперь точно все. Ну и славненько. Бежим с тобой на последний раунд. Проходим его. Ну и, наверное, будем закругляться. В следующей серии уже пойдем сходим на арену, посмотрим, что там. И на Пенни пурсует. Так, Гаргантюаха там готовится, да? О, что-то знакомое. Это, по-моему, нигде мы будем с тобой маленьких выставлять, а потом использовать с тобой усиление для них. Твою налево, идет. Плюем, 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 плюем в этого халабуду. Окей, не дошел. Так, начинает уже бледнеть, да? Значит, скоро начнут моргать. Да вы серьезно, что ли?
Ну вот этого, блин, мне еще не хватало здесь. Сейчас начну сюда пинать своих зомбарей. Вот начинается, короче. Что нам сделать? Нам надо сделать вот так вот. Потому что они все взаимосвязаны, все с одной этой. С одной плантацией, блин. Так, пока не будем, наверное, тратить. Пускай комками там своими. А он еще и замораживает, да, помимо этого. Стоит пока или не стоит? Наверное, стоит уже. Чем больше, тем лучше. Но они очень быстро что-то как-то отстреливаются. Такой радостный, такой бежит, прыгает там. Так, там уже гаргантюахи идут. Там уже идут супер гаргантюахи, здоровые вот эти вот. Ну, только вот не надо их сюда ко мне подкидывать. А он только делает, что подкидывает. Давай, родные мои, заплевываем. Это, по-моему, последний зомби. Если справляемся, то мы пройдем. Давай, плюемся. Упал. И сделаем, наверное, вот так вот. Еще одна мята ледяная. Ну, по идее, им должна быть крышка. Че они там встали? Давай выходите, супостаты. Замороженные, наверное, да? Так, минус. Давай. Угу, опять их откинули. Сколько их там? Четверо, что ли? Уже меньше стало. Так. Еще на одного меньше. Прошли. Как раз успели, а то грибочки эти уже начали исчезать. Ну и забираем пиньету. Смотрим, что в ней находится. Так. Лава гуава. Споры гриб. Лазербин. Голдблум. Так, и тростничок электрический. Все, что ли? Все, ребята. Ну, как-то так. Повоевали, и ладненько. Так, у нас с тобой, по-моему, кое-что освободилось на грядках. Давай-ка я быстренько сейчас посажу здесь. Так, так, и вот так. Еще здесь.
Все, жужо. Не поливай. Так, и заглядываем. Ну, на арену просто гляну, ребят. Я знаю, что там, наверное, сейчас. Как всегда. Переведут меня в низший ранг, на низшую лигу. Да-да-да-да-да, я знаю. Все это мы прекрасно знаем. Да, разыгрывается как раз, ребята, вот эта вот ледяная шипастая лужайка. 20 дней еще будет действовать. 20 штучек, да? Блин, там дофига, конечно, придется зарабатывать. Плюс, если еще потратить кристаллы. Ну, можно, можно, конечно, попробовать заморочиться. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!